По информации Министерства внутренних дел ФРГ, в Германии высока вероятность совершения терактов по парижскому сценарию. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Издание ссылается на секретный доклад МВД, посвященный ситуации в сфере безопасности. В документе говорится, что страна является фактической целью насилия, мотивированного джихадистскими взглядами, которое может в любое время проявиться в виде преступлений против государственных и гражданских учреждений, а также госслужащих и мирных жителей. Авторы документа, в частности, предупреждают о том, что в Германии могут произойти теракты, подобные тем, что случились 13 ноября в Париже. Речь идет о серии нападений с применением огнестрельного оружия и бомб. При этом атаки могут совершаться на протяжении нескольких дней. Издание отмечает, что наибольшую опасность представляют те, кто воюет в Сирии на стороне джихадистских группировок. 850 немцев присоединились к исламскому государству или подобным группировкам. Около 300 из них вернулись в Германию, отмечает издание. По информации газеты, еще 420 человек считаются опасными исламистами и находятся под наблюдением Федерального ведомства по уголовным делам.